Бомба! Опять бомба! Это заколебало! Это бомба! Давай, Игорь, Ваня. Игорь, лови бомбу! Лови бомбу зубами! Да, ну... Да! Да! Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Десан и Жека, и добро пожаловать в Майнкрафт, где мы будем продолжать проходить карту с различными челленджами. Да. И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо, что поставили так много лайков. Только благодаря вам выходит эта серия. Да, вам очень... А, какой эшкере? Короче, дорогие друзья, вы должны ставить лайки, чтобы я здесь появился почаще, ну еще других кого-нибудь позвал. Короче, ставьте лайки, мы надеемся на это очень сильно приятно. Я вам обещал, то, что позову Игоря, потому что вы просили. Вот, Игорь пришел. Игорь, у меня чуть сердечный приступ не случился. Короче, пацаны, предлагаем много лайков, много серии, а в первую очередь нужно начинать карту. Игорь. Да-да-да, что делать, что делать? Короче, ничего, я сам буду нажимать, а всех буду тпшить. Игорь, цель! Должны его порвать, понимаешь? В смысле? Цель меня порвать! Проиграл. Я уже два раза выиграл. Знаешь, да. Как карта называется? Кто победит, да. Тот лучший, самый лучший майнкрафтер на ютубе, Игорь, да, понимаешь? Да, это понятно, короче, я все понял. Он на самом деле просил поддаваться, просто я... А, ну да, хорошо, давайте, поехали, пацаны, поехали. Так, откройте новые рецепты, откройте справочник. Так! Пацаны, в общем, сейчас будут челленджи, поэтому выживайте, выживайте. Да, сейчас смотри, короче, будет. Игорь, тут много карт и много челленджей. Типа рандомные челленджи, рандомные карты, все рандомно. Что делает? Подождите, Да ты подождите! Так, вэп! Нет! А что делать? Подожди! А я не знаю, что! Я чуть не понял, подожди. Я знаете, что не понял? Я просто наступил на нажимную плиту и умер. А что происходит? Была же какая-то волна какая-то была, она даже не появилась. Мы были под землей, поэтому мне кажется. Короче, Игорь сдох, поэтому. Игорь, ты не видел никакую волну? Какую волну? Волну! Ну Игорь не видел, значит хорошо! Я что, наркоманы, что ли? О, какая волна! Я понимаешь? Ага. Эдисон, понимаешь, тут если один чувак умирает, а другие двое выигрывают. А, выигрывают. Ага! Опять эта карта! Кто первый проиграет? Игорь, беги за нами, просто нужно выживать. Нужно выживать, понимаешь? Мы пока что не знаем, что произойдет, типа как. Нажми на нажимную плиту, чтобы засейвиться. Спаунпойнт! Опять волна какая-то! А где она будет появляться, я понять не могу. Подожди. Что происходит? Волна, сейчас будет челлендж, какая-то волна, знаешь, нам нужно выжить. Только я не понимаю, где тут волна на этой карте. Цунами из лайки блока. Цунами! Мне кажется, волна, она как бы снизу поднимается наверх. А может, Игорь, а... А, короче, вот эта карта мне не нравится в аду, вот это мне не нравится. Нужно какой-то другой. Кого у тебя? Один коинс. А у нас два. Так! Новая карта! Новая карта, Игорь, понимаешь? Новая карта. Так, и что тут делать надо, что? Просто беги. Нужно выжить, нужно. Я буду говорить, какие челленджи, не знаю, отображаются вас или нет, но я буду говорить, понимаете? Пошел вон! Так, челленджи пока... Тандершторм! Тандершторм! Молнии, молнии! Тандершторм! Молнии! Ааа! Подождите! Я спрятался! Я на горке! Ааа! Ударили! Ударили? Молния ударила? Помогите! Ааа! Меня тоже шатарахнули! Я всего лишь хочу жить! Я еще слишком мало, чтобы умереть! Игорь, там молния, Игорь! Там молния, понимаешь? Твою мать! Помогите! Не надо ореть! Не надо гореть! Бедная горка! Так, кого что? Дождик начинает! Блин, на 3 хп! Пошел в жопу, дебил! Мы проиграем! Иди сюда! Иди сюда! Да нет! Отстань от меня! У меня 2 хп! Эдисон, убей Игоря! Ты предатель! Предатель! Жопа горит! Потушите меня! Тоже Игоря! Тоже Игоря! Хорошо, у меня 3 коина, у Игоря тоже 3 коина. Нормально. Мне нравится, прикольно. У Игоря по 2 коина. У меня 2 коина. 2, ну хорошо, у меня 3, нормально. Я же первый раз проиграл, я на нажимную плиту. Игорь, давай объединимся против него, бей. Не надо, не надо, в смысле? Он меня убил, понимаешь? Да не надо бить, да я тебя не бил. Я тебя не... Пацаны, так нечестно. В атаку. Пацаны, так нечестно. Это ты тоже, ты предатель, ты убил меня. В смысле я предатель? Ничего я не предатель. Так, челлендж. Пацаны! Что?
Что это было? Подожди, в смысле? О, у меня 4 коина сразу. Мне тоже 4. А у меня 2. А почему написал то, что мы с Игорем выиграли? Эдисон, у меня больше даже всех получилось, коинов добавилось. А почему тебе 2 коина добавилось? Мой коин дали Игорю, понимаете? А, ну все, правильно, я считаю, что это справедливо. Это справедливо. Эта карта издевается надо мной, понимаете? Она каждую серию надо мной издевается. Да, в прошлый раз мне дала коин, Джеки не дала, хоть Джека выиграл. Прикольно, прикольно. Ты думал, троллинга не будет? Пошел в жопу! Да не, все, все, успокойся, успокойся, успокойся! Да оставь меня! Он взломал эту карту, Эдисон, я знаю. А, пацаны, вы где? Сюда. Да не надо меня бить! Вэй, опять какая-то волна, опять какая-то волна! Бей его, бей его, бей его! Давай, давай, давай! Собака, ты... Давай, давай, Игорь, давай, рви его! Рви его на части, давай! Давай! Иди сюда, иди сюда! Вы реально меня убиваете, дебилы! О, ну, хорошо, хорошо. Мы все выиграли, мы все ура, выиграли. У меня 3 коинза, ура! У меня 5. Игорь, как тебе 2 коина дали? Не могу понять. Игорь, ты должен отомстить. Он читер какой-то, понимаешь? Так, дождь начинается или что это? Дождь начинается? Нет, подожди, я еще челленджа никакого нет, подожди. Так, я спрятался. Главное, что спрятался. Ну, это хорошо, это хорошо. То, что ты спрятался, это хорошо. Так, какой челлендж? Я тебя не звал домой. Зомби! Какая-то зомби! Я такого даже не помню. Да, у нас такого даже не было, какое-то нападение зомби. В смысле? Пацаны, спасите, помогите! Как вы забрались туда наверх? Как? Собаки, собаки, понимаете? Да, да! Как вы туда наверх забрались, предатели? Вот так вот. А я выиграю, пацаны, у меня 6 коинов. Да. У меня 4. Я такой даже не помню про зомби, меня убили с одного удара. Я понял, я просто забрался и закрыл дверку. Вот ты зараза. Ну хорошо. Нам хана, нам хана. Так, чё тут у нас будет за челлендж, Игорь? У меня такой вопрос, Ира, понимаешь? Только вы главное меня предупредите, а то ничего не понимаю. Отстань! Отстаньте от меня, отстаньте! Тинтире! Дождь из Тинти, пацаны, дождь из Тинти! А где он? Где-то наверху. Вот он, вот он, вот он! Так, где Тинти, где Тинти? Да не надо меня бить, Джека! А, дебил! Я понимаю, за тобой лучше не бежать, да? Твою то мать! Да-да-да, иди за дубер. А Игорь стоит, вообще ему пофигу! Я под зонтиком! Я выиграл, у меня 7 раундов. В смысле?! Мне тоже дали один, у меня 6. У меня 8, пацаны. Как у него 8?! Мне дали книжечку, мне дали книжечку. У меня 8. Игорь вообще не надо приглашать, мне кажется, Игорь читер какой-то. Я и говорю, Игорь, ты сразу в начале раунда сказал, типа, кто самый лучший майнкрафтер? Ну тут очевидно же, очевидно. Понимаешь, просто второй раз уже по 2 коинса даю, так нечестно. 2 коинса. Игорь, ты играл в эту карту? Конечно нет. Мне кажется, он играл до того, как мы Новичкам везет. Пацаны, бомба. Бомба. Где бомба? Где бомба? Да твою мать! Твою мать! Она во мне оказалась. А почему всем дали коинсы? Ну потому что я не умер. Никто не умер. А бомба не в тебе была? В мне, во мне, но я как бы убежал. А, да? Да, все нормально, все нормально. Я выжил! Я выжил! Да, Игорь выиграл. Я самый лучший майнкрафтер в мире, да. Лавовый! А, ну Жеке вообще ничего не грозит, и смотри, куда он забрался. Нормально. Жеке нормально. Ой-ой, а она будет подниматься выше? Не, все больше. Мне кажется, нет. А, ну тут все выиграли, мне кажется. Да. Жека, сейчас я один 2 коинса, смотрите. Да, сейчас только него... главное, чтобы хата не сгорела. Сейчас у него будет 2 коинса. Все нормально, да? Гори. Куда побежал? Где Игорь? Он за дерево спрятался. Ты жив? Я надеюсь, что... Да в смысле? Я умираю, пацаны. Так, ну я выше всех, почти выше.
Да не пчиха, не чиха! Да мне Игорь. Пылинка в носик попала, оно горело и пылинка это. Ой, я выиграл, пацаны. У меня 8 кольцев. У меня тоже 8. Ну хорошо. У меня 10. А, у тебя 10! Ну так, подожди, тебе 2 раза дали по 2 коина. То есть сколько в игре получается должно быть? 8 тоже. Тоже 8. Что это? Что это? Извините меня, пожалуйста, мне тут это с банка звонят, говорят, типа, тетя, ты выиграл 1 000 000 000 гривен. Да? Это он выиграл просто на карте, ему дали, да. Нормально, нормально. Что сейчас делать опять? Собака, не надо меня бить. Вон, пошел вон отсюда, пошел вон отсюда. Газ ты, газ ты, газ ты! Беги, беги отсюда, беги! Да не надо никуда бежать! Так, Игорь, ты где? Игорь! 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 Газ ты, понимаешь? Газ ты! Иди они! Я в маленьком пространстве, я еще не залазил. Пацаны, я вообще спрятался, меня тут никто не найдет, никто не достанет. Не сдох, не сдох, делай. Голым, голым напал на меня Эдисон. Сдохни! Ну-ка, я сдох, сдохни, помеха. Сдохни, моя прелесть! Я не твоя прелесть, отстань от меня, сдохни! Убивай его, убивай его, убивай, у него 10 коинов, 10 коинов! Да! 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 Вы что делаете, алло? Тебе 5 дали, да, коин, Игорь? Ну да, ага. У меня уже 12. Да, уже 22 уже давай сразу. Не, правда, сколько у тебя, Игорь? 10. Читер, да, проклятый. Но все равно выиграл, типа, понимаете? Мы его догоняем, подожди, подожди. Мы его догоняем, сейчас все будет, сейчас все будет. Так, Эдисон, главное, убивай его, сразу же убиваем его. Да, его в первую очередь. Он меня бьет, ты прийти предатель. О, вообще, зараза. Ты что меня бьешь, ты что предатель? Пацаны, идите отсюда. Бомба! Бомба, пацаны, бомба! Понимаете? Вон отсюда. Все выжили, все. Игоря, пьем Игоря, пьем Игоря! У меня 11 коинов, пацаны. Сейчас мы догоним, не переживай, сейчас все будет, Игорь. Мы будем играть до степени, пока не. Пока у нас одинаково хотя бы не будет. Читер проклятый. Сейчас на 5 читерит, ему 10 сразу дадут коинцев. Блин, я тоже думал, сейчас как я. Не прогрузилось. Так. Ну сейчас будет какой-то лава вейв, волна из лавы. Пацаны, не трогайте меня. Бомба! 5 бомб! Это заколебало! Это бомба! Давай, Игорь, давай. Игорь, лови бомбу! Лови бомбу зубами! Да, ну. Да! Да! Это победа, Игорь, победа. У тебя сколько? 11, да? 11, да. 11. У меня тоже 11. У нас тоже 11. Да. Ну я предлагаю на этом закончить, потому что мы все лучшие майнкрафтеры на всем ютубе. Да, я на самом деле выиграл, ставьте лайки. Ага, да, да, 2 раза читерил. У тебя вообще 9 коинов, Игорь, ты проиграл, понимаешь? Не-не, у меня 11, написано 11. Ну да, ну да, ну да. В общем, ребята, если вы хотите продолжать, мне кажется, получилось прикольно. С Игорем тем более, поэтому ставьте, как обычно, по традиции, да. Ставьте лайки, лайки ставьте. Много лайков, много серий, понимаете? Поэтому лайкусики, подписки. О, сам умер. У меня 12 коинов. У меня 12. Я 16, все. Короче, мы все, я выиграл. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Всем пока. Также не забудьте чекнуть видос Евгения, потому что я сегодня там снимался и играл роль безумного дедугана. Поэтому посмотрите и на этот, и на тот видосик поставьте огромный пальцы вверх. Да.